Всем привет, использую препарат Миноксидил. Сегодня четвертый месяц использования данного препарата. Я покажу результаты, которых я добился. Это результаты пятого месяца использования препарата Миноксидил Кирклэнд. Смотрите их сейчас на экране. С 4 по 6 месяца я втирал препарат только раз в день, поскольку у меня просто не было возможности втирать его 2 раза в день. В целом я результатом очень доволен, у меня волосы хорошо выросли. Кому интересно, вы можете посмотреть видео, в котором я рассказываю об эффекте использования препарата Миноксидил на протяжении 3 месяцев. Смотрите видео, которое вы сейчас видите на экране. Если вы только стартовали, допустим, у вас сегодня первый день использования препарата Миноксидил, хочу сказать вам то, чтобы вы не боялись, поскольку у вас волосы первые где-то 4 недели начнут выпадать. Это происходит потому, что у вас улучшается просто кровоснабжение в области, где вы втираете препарат. Выпадут у вас первоначально именно те волосы, у которых луковицы уже мертвы. Если вы сомневаетесь, что у вас вырастут волосы от данного препарата, я вам рекомендую посетить врача-трихолога, поскольку данный специалист вам подскажет, есть ли у вас активные луковицы на голове и возможен ли рост ваших волос вообще в дальнейшем. В целом это все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!